противника G2 Esports. Но как же хорошо отыграл Риас. И сейчас тоже третий минус уже в данном раунде. Может быть, будет эйс. Посмотрим. Тут как уже Ника и Снекса сыграют. Тут надо как-то еще и Резу уже открываться здесь на центр. Хочет он, конечно, убивать противника. Хочет фармить в этом раунде. Хочет поставить себя выше команды G2. И это уже камбэк. Слушай, девятый раунд, конечно, вот так вот сейчас забирается. Главное, чтобы у нас у NIP никто не погибал. И уже будет экономика на два раунда минимум. Рез убивает Ника. Так, уже минус 4. Правда, красный остается Фредерик, так что нужно отойти. Но Нексу все еще можно найти здесь. На 15 выход будет от лидера команды G2 Esports. Флешка от Реза. Дальше будет пик. Ейс! От Фредерика Стернера. Если я не ошибаюсь, Алексей, это первый эйс плей-офф турнира.